Всем привет! А я хочу вас познакомить вот с таким чудом. Это мальчик. Английский кокер-спаниель. Малышу 3,5 месяца. И это счастье в поисках самых лучших мамочек и папочек. Я в гостях у своей сестры. Это ее детки, которые ищут самых лучших хозяев. И этот ласкун, он просто вот лезет на ручки, хочет, чтобы его любили. Да, у него мама и папа охотники. Но он такой сладкий, такой нежный. Я говорю, пойдем мы тебя познакомим с миром. Вдруг кто-то влюбится в тебя. Малыш стоит всего 15 тысяч рублей. И вот это счастье полностью привито и готово к переезду. Можем даже отправить по России зоокурьера. Смотрите на эту радугу. Такой компаньон. Смотрите, на руках, он меня не знает совершенно, просто пришла в гости. Он идет ко мне, он говорит, мамочка, это ты приехал, а у меня чихуашки дома. У него даже нет имени, ребята. Ну, кто влюбится в это счастье? Посмотрите, мальчонок какой, вот такой вот сладкий. Давай спинку покажем. Хвостик купирован. Вот такой вот малыш. Давай покажем мордочку поближе. Вот такой я красивый, смотрите. Классный, классный. Здоровенький, привитенький. Вот такой классный ребенок. Пишите. Мы находимся в Симферополь, Крым, Россия. Доставка по Крыму. Без проблем. По России можем договориться. Мама, найдись.